Приветики. Метель. Так, за Юджина проходим. Наверное, сейчас пройдем. Обстоятельствами. Не-не, мы все слышали, мы все знаем. Да, мы как бы это, тертые калачи уже сказали. Ну, написали, да, это. А, это дождь идет, думаю, что такое, что стучит? Что типа штопор в бочку. Я тыкал там в бочке, но я подумал, может там где-то пробка какая-то в бочке была, я просто ее не заметил. Возможно, кстати, да. Так, нам нужна отмычечка. Можно нам выдать, пожалуйста? Не здесь. И, бля, охуело. Нет. Все верно. Да, говорит, я охуело. Бля. То есть... Все, эта игра непроходима. У меня забрали отмычку. Реально, блядь. Реально. Вы что, охуели? Бля. Верните отмычку, мрази. Ладно, ну-ка. Давай заново. Давай. Кока-колы отпился опять, а? О! Не шути так со мной. Опасно, бля, для здоровья. Причем для моего почему-то. Так, тут трапы нет. Есть, вот она, ничего себе. Пароль тут меняется. Это ведро, сказали, можно взять. Да не, не могу я его взять. Что этому? Херня какая-то. Обманываете, небось, да? И что такое? А, знаю, 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 да. Я все почти знаю. Мы уж проходим, да, эту игру, считайте. Да. Да, да, да. О. Все как в начале, ни хрена себе. Вау. Ну зато мы теперь знаем, где стул и где можно лампочку взять. И не будем в темноте там, как кролики, блядь. Какие кролики, как эти? Суслики. Нет, не суслики. Кто там? Кроты, во! Цуцики. Да, быстрее. Я же там ничего не сделал. Ведро не взял. Метлу обратно поставил. Ну да, да, да. Годи-ка, ну. То есть тут что-то не так. Ну, что-то тут не так, блин. Не так было прошлую каточку, да? Которую мы сразу же перезапустили. Отмычки не было. Вот это вот не так, реально. Блин, заметили, да? Все так же, как было в начале самом. Все лежит на тебе. Это какие-то, типа, ассеты? Ассеты, да? Где-то лежит в определенный момент, да, и типа она крутится потом по кругу. Наверное, так, ну. Давай, не гавкай нам. Сейчас тебя заткнуться крикнут. Еще по жопу пнут, наверное. На. А ну заткнись, блин. Я вообще собака, и не могу заткнуться. Я хочу лаять. На, давай. Посмотрим друг друга в глазешки. Надо, кстати, поменять его масочку-то было хоть, да? Ага. Так, погоди-ка. Угу. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Кроме того, что я стою и смотрю на тебя. А чё я в лицо, кстати, ему не плюнул? Вернись, я плюну тебя в лицо. Боится. А чё он там боится? Он любого на кулачках может победить. Кого он там боится, блин? Так, стул. Угу. На крест, блядь. Ой. Оу. 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 Красота. Да. Где-то там. Во.
Зайди давай. Наконец-то будет светло. Наконец-то! Тут бы он... У нас ключ. О, да, я говорю же, все вернулось, как и было. Кассетный плеер. Вон оно как. Можно было вот туда... Ага, ну тут была трапа, конечно. Сейчас ее нет. Закрытый чемодан. То есть сюда можно попасть. Чемодан. Колпак. На голове его колпак. Ту-т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 у. Я колпачен, будет враг. Как же меня бесит этот мальчик. Ломает все игрушки и раскидывает их по всему двору. А теперь добрался и до моих кассет. Вот гад. А, кстати, кассет, да. Надо спрятать кассеты на полке повыше, чтобы этот недоносок не нашел их. На полке повыше. Где ебутся мыши? Ну, все правильно. Мы эту штуку пизданем, она разобьется. И там будет что-то. Нам нужно выключить свет, закрыть дверь. И да. А, хрупкая ваза, да. Мне нужно топор, по всей видимости. Но свет мы точно сразу выключим. Да. Все верно. А мы открывали, кстати, вот это. Ага, и там было пусто. Так, это отсюда. Точняк. Привет, можно мне, пожалуйста? Это мы уже все, да, прошарили. Точняк. Вот в эту, может, бочку где-то тут была какая-нибудь пробка? Да нет, тут ни хера. Даже ничего не пишет. Может, другая какая-то бочка еще есть? Может, вот в эту бочку? Ладно. Так, а зачем колбаса нужна? Чтобы пожрать? Ну, пожрать, но... Ну, пусть пока лежит. Не хочу жрать. Там нет ничего, да. Угу. А что сюда пришел? А, свет, да. Точно. Все верно. Все верно. Почему ты бегать не умеешь, а? Это было бы удобно, кстати. Я бы сказал, даже очень. 849. Нет, такого пароля не было. Может, и пароли тоже по кругу крутятся. 849. А, ну да, тут все понятно с тобой. Так. Угу. Тут надо свет не забыть выключить, когда буду убегать. И тут тоже сразу. А чё ты бляткаешь, блин? Специально разбил, знал, что он придет и что-то бляткает, да? Не бляткай мне тут. Разбляткался. Я сам умею бляткать, но... О! Ждем. Меня поражает этот, да, момент? Ты стоишь, ждешь маничеву с топором. Маньяк, который всегда сражается на кулачках. И не можешь ничего ему сделать. Вот так вот. Я там все закрыл. Свет выключил. А, фу, блин. Он так резко повернулся, думал, он что-то там не сделал, блин. Не-не. Давай мне тут маничева, ну. Ты сейчас обратно побежишь. Так что далеко не уходи. Бля, включись. Угу. Что за шум? А надо убирать это от вазы. Осколки. Или ему насрать. Он на чердак. Ну, он ходит, кстати, на чердак. Ну, когда я прячусь, ну. А как собаку грохнуть? Мне что-то не пропускает. Ну да, правильно говорит, ну заткнись. Все, я заткнулась, все. Все, говорит. Все. Не, куда? А, ну ко мне идет, значит, там все красиво, ну. Ну давай. В глаза друг другу посмотрим. Так, погоди-ка. Ну, гажу-ка. Что-то здесь не так. Ну, кроме того, что у меня есть штопор. Ну, все остальное так. Вместе. Топора теперь уже нет, но двухразовый топор.
В наше время хороших топоров не делают, но... Ладно, хоть двуразовый, не одноразовый, блин. Все остальное тут одноразовый. Хотя отмычка многоразовая, вы заметили? Так, и чё? Может, это бочка? Какая бочка, блядь? Может, на крышке эта бочка была? Я пока... Ну, мне кажется, вот это должна быть бы. Блядь, не ебу вообще. Может, ты? Бочка горит, блядь. Топор, ну вот. Понял. Ну да, да. Окей. Кстати, ни разу еще такую штуку не находил. Первая моя такая штука. Я понимаю, она отсюда, да? Тогда точно, да, это. Теперь я могу это взять. Вот ты сука, а. Может, все-таки могу? Не, не могу. А там что-то же еще было, да, ведь? Вот тут-то вот. Ага, да, тут был стол, точно. Да, да, а в нем ключ от шкафчика. Это тазик, блядь, можно наполнить. Нет, нельзя. Может, вот этот ведро? Да ты издеваешься, игра, блин. Только ведер, а какое-то только определенное ведро может быть использовано, да? Конечно, шутница еще та игра. Может, нужно колбаску съесть, чтобы это... чтоб все заработало как нужно. Что это? А, кусаки. Кусаки, да, мы знаем для чего. Тогда нам нужна сейчас метла. Однозначно. Там, может, крючок нужен, да? На петлю-то. Мы же там выключили свет? Вроде бы да. Да-да-да. Так, угу. Тебя закроем сразу. Да. Так, ну нормас все, да? Угу. Ага. Лошары, блядь. Чтоб меня спалить. Блядь, сейчас он скажет, кто это? Поднял веревку, да? Реально, для чего? Ну, я воды набрать? Логично, да? Зачем? Ну ладно, может там что-то плавает, да? Типа ты это подбираешь. Возможно, кстати, да. Говна, блин, она. Что-то здесь не так. Я хоть закрыл его? Ну да, закрыл. Ну, вроде все на месте. Говорит, заебал, ты можешь, блядь, чуть-чуть посидеть спокойно? Я заебался бегать. Сколько можно? Я просто хочу часок вздремнуть. Уй тебе. Скоба, да. Я даже помню, какие открываются. Ага, и... Да. Погас огонь, исчезли звезды, да. Угу. Огонь, звезды. Ключ от чемодана какого-нибудь, да? Да? Вы что, не знаете, где еще нужен ключ? Вы-то, возможно, знаете, а я что-то как-то не в курсе. Там у меня свет не горит, не горит.
Ну, есть только чемодан, да. Больше других идей нету. Он такой похож, да, на ключ от чемодана. Очняк, блин. А нахер мне изолента? Ну вот опять приехали. Ты не хочешь взяться? Так, вот теперь я собираю вещи, которыми не знаю, что делать. Ладно, это... Мотор от лифта, хорошо. И что мне это дает? Кассеты где-то на шкафу, он сказал, да? Повыше он спрятал. А где этот шкаф, который... А, ну шкаф тут один. Ну, видимо, может, еще где-то будет, да, комната? Комната... Встанешь? Нет, не хочешь? Не хочу, говорит. Ну, зря. Это от велика можно открутить. Дедушку, ну. И попросить его прокатиться. Ха-ха-ха-ха. О. Так, может тут? Нет. Так, я тут только один знаю, если... Так, ведер тут нету. Есть тазик. Тазик будешь брать? Нет, говорит. Не хочу тазик брать. А зря. Может. Это ведро? Нет. Че, не гавкай там. Бля, для чего нужно? В него заглянуть. Не, не хочу, говорит. А чего мне нужна изолента? Вот сейчас я в тупике, да. Так, мне нужно сюда залезть. Мне нужно что-то сюда повесить. А. А, это магнит. Все, понял, это не изолента, я тупанул. Вот это ж магнит, да. О, точняк. Что-то я вообще... Какая изолента, блин. Я ж причем в прошлый раз-то посмотрел, что это магнит. Я еще подумал, для чего мне магнит? Да все, да, нормально тут. Хотя опустить, да? Хотя это похер, но все равно опустим. Уж магнит можно забрать. Вдруг пригодится еще. Нет? Ну, виси тогда. Ага, это я знаю для чего. Это вот для этого. Что? Веревка? Давайте скушаем колбасу. Типа, я как понял, вот все-таки отпугивает собаку. На веревку мы как бы прикрутим, да, получается? Тут больше же нет ничего вообще. Мы все сделали, да. На веревку мы, получается, прикрутим, да? Вот, и попытаемся свалить. Такая у нас будет идея сейчас. Ну да. А ты чё? Ага, понял. Я колбаску съел и типа ему похуй. А чё мне сделать-то тогда, чтобы он это... Капкан залезть? Ну давайте залезем в капкан. А драки нет, ну. Ага. Отличное место, чтобы спрятаться. Вообще охеренно, я считаю, ну. А, быстрей. Эй! Маничело. А ну заткнись. Угу. Надо запереть его, когда он поднимется на чердак. Вот. Видишь, сразу же появился диалог, ну. Тогда последнее действо. Давай, беги! Решил поиграть в прятки! Попался. Бля, сука. Так рано вышел, короче.
Да уж. Это было, конечно, жестко. Ну, я теперь все знаю, что куда надо, но... Абсолютно. А какой замок, блядь? У меня есть отмычка, дура. Подожди, а где... А, ключ, да. Да, вообще не говори, я тоже все время... Бля, как я проебашкался, да? Вот прям вот жесть, прям обидно. Сделаю вид, ну. Сделай уж, блядь. Ладно, все, не буду доставать, а то это пропадет. Ну нахер как бы. Ну вот реально, да, вообще вот просто. Раньше времени. А он должен сказать, само то время же, да, блин. Я аж думал, все, второй раз проходить. Так, стоп. А, попить сходил. Продолжить, эй, давай. А? Ага. Так, погоди-ка. Ну, годи-ка, ну. Что-то здесь не так. Ну, кроме того, что я уже почти съебался, ну, а потом обосрался на самом ровном месте, вот на каком только можно придумать. Да, что-то здесь не так, что-то со мной не так, это точно. Вот вообще просто, да? Такой фальстарт себе устроил. Все? А, я ж надо, да, собрать. Сейчас тебе там опять бежать. Так что, да. Что за щит? Да уеба. Что за шум, да? Никаких шумов тут нет. Ну, кстати, она... Ну, посложнее чуть. Ну, потому что тут больше пространства, банально. Потому что больше надо пробегать от одного места до другого, типа, и больше места про это глазами прочесывать. И тем самым сложнее. Но по головоломкам мне точно такая же, как и вторая. Первая самая легкая, потому что там вообще ограничено двумя маленькими комнатками. Так, погоди-ка. Что-то здесь. И там прочесать каждый угол, ну просто очень легко. Ну, вроде все на месте. А тут как постоянно дают подсказки, как бы. Ну и плюс, всегда работает метод, да, тыкай как бы во все. Тыкай во все, что у тебя есть, и все, и что-нибудь даст работает, блядь. Да. Так, а, туда. Угу, стульчик можно, да, спасибо. Ну это сейчас еще быстрее будет, потому что я вообще все знаю. Где ты там? Иди сюда. Главное, да, не обосраться. Выбежать первый раз. Ну как это? Да кого-то лампочку. Да кого ты? Сюда стул поставь. Угу. А, блядь, сядь. Не хочу сидеть, хочу стоять. Заебался. Сидеть уже. Ну тут опять, да, все на том же месте. Но я тогда тоже сразу. Кстати, кассеты мы так и... Они на шкафу. Надо запомнить будет. Так, это молотком ломается. Тут у нас ничего нет, потому что ключ мы нашли. Да, тут только записка, что кассеты на шкафу. Все, ок. Ну, ок. Так, тему выключим. Тут травка. Да, сюда как раз таки я и смотрел. Закрыть надо, вы че, блядь? Че не кричите-то? Закрой, закрой. Сейчас бы не закрыл, и пиздец был бы. Так, тут. Вот на этом, да, шкафу? Нет тут нихуя. Да даже если и было бы, что бы мне это дало. А, свет и пароль, точно. Колбасу сразу сожрем, да? Чтоб собака на это от нас не бесилась. Посмотреть пароль, ну. 539. Реально, на каком шкафу-то он имел в виду? Типа можно же послушать, да? 539. Угу.
Вот так вот. И пойдемте сразу. Можно сразу два раза сломать? Ну, навряд ли, наверное, это слишком круто. Да нет, давайте здесь сломаем. Пошли туда ломать, а тут нихуя, да? Так, выключить. Зараза. Зараза, ну. Ага. Опять сейчас это будет, да, ситуация, когда я с топором, а он с голыми ручками, блин. И я что сделаю? Ничего, конечно. Я просто буду сидеть в камере. Давай быстрее. Что-то, смотрите, да, как они сразу заткнулась, заметили? Такая своехарактерная стала какая-то, да? Бобик, ты чё? Или ты шарик? Интересно, кто ты, Бобик или шарик? Да ты идешь, стой. Неужели я что-то не закрыл? Да не, все, нормик. Кто сожрал мою колбасу? Ее нужно было жрать в последнюю очередь. Когда сбегать собрался. Я просто не знал, я сколько раз жрал ее. А эффект от колбасы остался, я надеюсь? Ну-ка, сейчас узнаем. Да, эффект от колбасы остался. Ну, ёк. Мразь, а, блядь. Колбасы поджал, да? Конечно, маньяк же, блядь. За шум. Не, ну обидно как бы. Кстати, да мы реально же жрали колбасу. Не раз. Хотя я там по-тупому что-то там происходило, так что может... Там может быть что-то другое было открыто в тот момент, да? Он такой, ну и похуй на колбасу, реально. Колбасу нажать в последний момент, значит. Хорошо. Сейчас интересно, опять на... до колбасы доебется. Помнишь, как ты сожрал мою колбасу и опять меня отпиздит? Ты куда пошел? А, не пошел. Нормально. Я свет выключил. А, ёж, блядь. Это когда уже мог пройти, но потом, короче, 10 раз не смог, да? Не, не, это будет не этот раз. Однозначно. Сука, а. Колбаса все сдала. Так, это вот сюда. Что там будет на этот раз? А то же самое, ну... Ага. Ну сюда больше не надо, да? Ну да, тут больше нет ни хера. Тогда тебя выключаем и забиваем на тебя. А там что у нас лежит? Это то же самое. Угу. Пароль мы уже использовали. Ну да, да, мы уже так далеко прошли, конечно, пароль использовали. Это ага. Куда мы не ходили, все верно. Сейчас мы, значит, берем метлу. Там мы свет выключили. О, котяра пришел поорать. Какого черта? Не знает какого. Какого-то черта. Давай. Давай быстрее. Я там мог за это время еще как бы шкафчики все правильно открыть. Там огонь и... Звезды, да? Угу. Я свет-то выключил. Кот, не ной! Угораешь, что ли? Разнылся там, блин. Я тут маньяк вообще-то, услышать тебя. Кто дал коту орать, блин? И отпиздит меня. Несмотря на то, что у меня может быть в руках топор, да. Что-то здесь не так, блин. Да хуя, что тут не так, если что. Кстати, игра забавная. Тут, если кто-то спрашивает, понравилось? Да, на удивление. Прикольно. Ну такая блюгенькая, простая головоломочка. Головоломочка. Таким с маньячным антуражем. Да не ори, кот. О, теперь он вообще по стене скребет. А, ключ, да, знаю, что за ключ. А тут
тут, кстати. Не было ничего, да. А тут записка, да, как правильно это сделать. Все понятненько. Это от чемодана, да. Все верно. И это последнее, что... Ну, кассеты еще как-то... Может, где-то тут шкаф? Тут, видите, шкаф? Вот я нет. Может, на олене, блядь. Орет. Магнит, понятно, что. Я примерно тут это и ожидал увидеть. А сейчас мы достанем кусачки. А не кусачки, а эти. Кусачки мы уже доставали. Этот. Ключ. Вы считаете все? Да? Пройдено. Тут же больше нехер ловить. А, ну да, ключ. Откроем эту штуку. И да. А там будет веревка в, там, на полке. Ну, подожди, кот. Скоро все, от маньяка сбежим. Я открою тебе дверь. И ты сбежишь от меня. Хоть я и не маньяк. Ну да, я ж тебе сам дверь открою. Бля, почему, кот? Я дверь открываю себе сам, а ты сам себе дверь открыть не можешь. Это тупо. Тебе не кажется? Зачем мне открывать саму дверь, если ты не можешь открыть их, блядь? Верно. Ну да, веревка, все. Так, надо тогда как-то нашуметь, да? А как? А, ну... А, да, нет, это... Сигнализацию не включить, все верно. Хуя себе, блядь. Завязал, думал, все. Только один раз можно использовать. Нога! Нога, да. Отличное место, чтобы спрятаться. Да, супер место вообще. Мне тоже нравится, но... Главное вовремя из него выйти. Фальстарт не делать, но... Мяу. Там вообще-то маньяк идет. Ты меня сейчас отвлекешь, и он меня опять припиздюлит. Я за это припиздюлю тебя. Да... Гад, я гад. Он меня, значит, да? Поймал такой. Давай, да. А, бежим. Ну, конечно, ну, блядь. Куда бежать-то? О, все. Вы сбежали от маньяка. Там была дверь открыта, я хотел в нее зайти. Но этой игры еще нету, да? Это скоро. Это мы прошли, в общем-то. А почему она бета? Ну, типа, не от этого. Не откалибрована. Мне интересна сегодня секретная концовка. Прям интересно. Я хочу попробовать доебаться до него. Может, он как бы типа перестанет реально отключать этот компрессор? То есть нет. А, она тут-то, да, точно. А, да, вспомнил. Все. Во, все верно. Вот, и тогда... Нужно поскорее найти выход. А вот другой вариант, когда он там, интересно, да, уходит. Я включу компрессор, он услышит? Ну, вот и узнаем, кстати. Угу. Ну да. Так. Что мне надо-то? А, нужна ручка. Она, наверное, здесь. Не здесь. Блять. 742. Нет, блядь. Ну ладно, нет, так нет. А ручки не было, значит, ручка в этом, да, шкафу? Ну хорошо, блядь. Твою же. Что за шум? А драки нет, ну. Закрыть. А то пизды получу. Надеюсь, он ничего не заметит. Надеюсь, ну. Других у меня пока идей нету, как еще можно туда спуститься. Как там же надо воду, да, слить. В этом-то идея. Какой долгий маньяк порой, а? Толпаный компрессор.
Ну вот типа как бы на него присутствует отдельный пока диалог. Он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. Да нет у тебя никакого... Вот, заглянуть нужно 764. Как бы специально созданная какая-то вещь с отдельным диалогом, да? А? Ага, ну. Так, погоди-ка. И типа он его вечно отключает. Здесь кто-то был? Нет, это только компрессор твой шалит. Ну, вроде все на месте. Может быть, два варианта. Когда он в другой комнате, типа компрессор, он не отключит. Это... Или вот так вот его заканать, задолбать 764. Это же... Ну это насос, да, компрессор? Ну да. И по воду откачивать. Он же не просто нахуй существует тут вот так вот, блядь. Других способов, как откачать воду, я не знаю. Мне даже на ум не приходит. Ну кроме как тупо ведром, но это, блядь, Короче, такую тупость мы не рассматриваем, да? Я могу в любую тупость поверить, кроме этой. Если это так, ну, бля, ну, вы что, издеваетесь, что ли? Это тупо будет. Это сразу будет минус. Так, ну. О. А, ну да, логично. Там он нужен. Так, вот, да. Угу. Так, подождите. А мне, в общем-то, похуй, да. Типа, мне только масло надо набрать, и после этого, да, я могу делать все, что угодно. Да, все верно. А, я тебя обещал выпустить, да, кот? И не выпустил? Ну, сори. Ничего не могу с собой поделать сейчас. Я опять от маньяка убегаю. Сиди, жди. Следующая возможность. Следующего окна возможности. Что за шум? А, для чего? А, до этой комнаты, да. Так, ну все. Там же нет никаких светов, да? Блядь, там же выключено. И закрыто, да. Сейчас он идет в другую комнату. У меня да, вообще ж просто как бы. Ну, и либо через вот эту штуку сбежать, типа подойти под конец сюда, да? И тебя этот, типа, откроет дверь. И это секретная концовка, что вы вдвоем сбегаете, да? Погоди-ка. И кот надрывается просто. И в этом заключается. Но мне кажется, секретная концовка это на лифте спуститься. В таком случае это тупо, да? А, ты уходишь. Ага, ты уходишь, все верно. Я как понял, это я, тот ящик, который он нам приносит. Типа, и мы сбегаем. Тогда получается секретная концовка, это надо сюда подняться. И реально этот чел нам должен открыть дверь. Да? Тогда, ну, мы увидим, да, что будет. Если я лифт никаким образом не смогу использовать, то так и есть, да. Так, тебя. О, сразу же даже так. Ага. Да, кот, хорош орать! Ведро не здесь, значит, да? Не по-любому надо масленку перед этим наполнить. Ладно. Я не могу больше на это слушать. Это такой вой. Все, избавились от кота, избавились от воя. Это жесть, это реальный вой. Так, ага, могу сейчас, значит, да, это я сделать? Ключ сразу тоже заберу. Я тоже закрою. Тут свет не включался, нет. Хотя мы открывали еще. Я никогда нет, нихуя. Так, воду сразу наберем. Ай, блин. Ага. Угу. Вот так вот, да. Все верно. Уже ничего открывать не надо. Во. Масленку наполним. Нам главное масленку наполнить, а потом, типа,
Это мы за... Вот мы вводим, когда уже... Ничего вообще нет больше. Может, тут как-то секретная концовка делается, блядь. Когда он, ну, когда его за дверью, короче, прячем. А мы даже не код вводим, мы карточку берем. Возможно, да, если мы побежали бы... Ну, мы сейчас проверим. Мы как бы уже прошли же ее тем способом. У нас есть два способа. Либо мы каким-то образом в воду сольем, да? Что я делаю? А, мне нужно отключить. Че электричество? А, предохранитель, да, точно же. Да-да-да, предохранитель как раз-таки его это позовет. Ну все, мы все сделали, все, что нужно. Теперь нам нужно все закрыть, естественно, блядь. Свет там мы какой не включали, все мы там это задвинули. Этот ящик закрыли, тут они открыли, тут закрыли. Короче, все... Бля, ты че? Тут мы закрыли, значит... Тут вот эта дверь не закрывается, и это тоже. Сейчас мы включаем компрессор. Сейчас не лучшее время, чтобы включать компрессор. Ну то есть компрессор, он существует только для того, чтобы отвлечь. И, значит, секретная концовка — это просто убежать в другое место. Понятно, понятно. Окей. Так, это не закрывается дверь, да. Угу. То есть она закрывается, но ее закрывать нельзя. А что я зашел-то? Мне что же на это взять? Тупану. Тогда остается только это. Что за черт? Ага. Ну типа отнес эту коробку этому, как его, кто он там был? Не Юджин. Юджин это в третьей части. Вот, а сейчас возвращается. Юджин такой, опа, кусачки там вроде подрезал, да, или что-то. Ну там неизвестно, что, какой инструмент он там в тот момент взял. И себе помог сбежать. Просто реально. Типа мы закрываем его, не используем пароль. Здесь кто-то был. А пытаемся сбежать через эту, да? Хз вообще. Может быть. Ну или, ну сейчас попробуем. Если нет, то в следующий раз попробую доконать его с компрессором. Компрессор это же откачивает, да, компрессор. Для чего существует компрессор? На мой взгляд, чтобы откачивать воду. Ну, насос, да, компрессор, нет? Он все? А, дверь закрыта, да, он все. Он, тут нет нихуя. Блять. Двери, когда на тебя открываются, так страшно вообще. Угу. Да, бля. Так. Ну тут мы тоже все помним. Ничего не поменялось. Тут вообще только пароли, да, меняются? А, нет. Что там шумит? Что там шумит, бля? Там лифт едет, че? Там что-то шикнуло. Какой момент, да? Он типа, ну, это же та дверь, реально та, которую открыл, которую я же и открыл, играя за другого персонажа. И типа спас девушку, и вместе с ней мы должны дальше спасаться. Типа такая идея, нет? Они двухдешные, что ли? А? Так, погоди-ка. Ага, хе-хе-хе-хе. Че ты там? Здесь кто-то был? Где? Ну, вроде все на месте. Ну, вроде да. Так. А, ну да, мы сейчас это... Ручка для лифта. Вот и... А для чего существует ручка тогда для лифта? Да, если подумать? Если то, что подумал, да. Нахуй есть возможность его отпускать вниз? Но
Ну ладно, тогда доконаем его сейчас. Попробуем с какой-то... Сколько-то раз ему, да? Ну, сейчас мы пароль узнаем. Не здесь. Ну, это все, это последнее действие. Ты закрываешься. Может, он реально заебется, скажет, да пошли вы нахуй. 42-72. А почему у меня ручки нет никакой? Где мои ручки, вот честно? Вот какие-то ручки есть. Берю ручку у жены. Она будет очень недовольна. 42-72. Какая двойка, блядь. На все цифры одновременно похожи. Так, 71, блин. Как она так поменялась, пока я не смотрел? Видели, да? Так, хоп, 42-71. Ну, хотя моя двойка похожа сразу на все цифры, так что на 71 она тоже была похожа. Так, ладно. Давайте пытаться доебаться до него с компрессором. Проклятие. Ты что там шумишь? Я не шумлю вообще-то. Это компрессор. Умит. Ну, я попил газировку. Заберите его, когда он зайдет в комнату. Да не, забей. Мы уже сбежали один раз так. Это неинтересно. Если бы он, конечно, не был таким долгим, да? Все могло бы быть иначе. Толпанный компрессор. Может, просто он как бы диалог поменяет, скажет, да и нахуй, похуй. Давай. Да не побегу я, ничего закрывать не буду. Это бред. Там, да, у нас должна секретная концовка быть. Неплохая. Я сейчас понял, да, мы вот в этом одеянии, в котором у нас, ну, у нас ножек нет, правда. Мы выбежали в метель на улицу. Ну да, это плохая концовка. Ну, маньяк нас не... А? Так, погоди. Маньяк нас не убил, ну как бы. Нас убил холод по-любому потом. Здесь кто-то был? Где, интересно, блядь? Все на месте. Ага. У меня только идея с это. Ну да, или тут, или как-то там. Ну посмотрим, да. Типа не туда побежать, но это... Тогда зачем мне просто код? Карточка, точнее. Сейчас пробуем, да. Твою же. Ты что там шумишь? О, ты, блядь. Компрессор? Что же ты, компрессор, там шумишь? Я же закрыл, да? Ты свет-то выключил? Надеюсь. Может, видите, раз 10 надо, я тогда устану. Я не смогу. Долбаный компрессор. Просто долго он все это делает. Да кого там давай? Может реально наверх подняться? Ну третий раз попробуем. Если вообще диалог никак не поменяется. А? Так, то тогда тихо. Это. Ну а посмотреть еще, может там слилась вода, может. Здесь кто-то был? Что-то раза с третьего, четвертого она сольется. Ну, просто для чего нужна ручка для лифта? Вот реально, блядь. Ну-ка просто скажу, гляну, блядь. Да вообще не на капельку, да? Не на йоту просто. Может, это нужно... Можно противогаз найти, блядь? Ой, противогаз. Акваланг? Может, где-то и можно, конечно. Но хз где? Ой, бля, хуйню занимаюсь, мне кажется. А, нет. Ты что там шумишь? Ой, дай. Так-то я уже подустал. Если чё. Давай быстрее. Ванной.
И он типа компрессор не отключит, что ли, или что, блин? Да попахивает какой-то хнито херней. Если честно. Мне понятно, вода не слилась. Вообще без шансов. Ну, давайте попробуем наверх зайти. Может, я, конечно, и прав, надо раз 30, но я не готов. На 30 раз, блядь. Свет, сука, забыл выключить, охренеть. Проклятие. Ты что там шумишь? Вот ты, блядь. А ну, компрессор, не шуми. Что там у нас? 42-71. Просто поднимемся в другое место. Нет, нет, да, да, все. Давай быстрее, маньяк. Ну ты, блядь, такой долгий. Как ты вообще умудряешься людей ловить? Давай. Давай же, да, да. Давай, закрывайся. А ну, живо, 42-71. Нужно сваливать отсюда, пока он не выбил дверь. Да, я не ссы. Он, бля, хлебушек вообще. Вот сюда хочу просто. Нет, да? Заперто с другой стороны. А какой смысл тогда? Ну это именно... Это же именно то, да, место? Ну да. Я не знаю тогда, короче, секретной концовки. Ладно. Надо, кстати, глянуть ее просто, да, и сделать. Ну так легко, блин. Хочется... Да ладно, короче. Если что, пишите, я ее сделаю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До встречи в следующей серии. Удачи.